Три российских актера, которых не взлюбили зрители. Александр Петров. Зрителям не понравилось то, как он сыграл Эдуарда Стрельцова, известного советского футболиста. Мол, ноги у него не так накачаны, и в целом Петров сыграл плохо. Фанаты разочарованы. Марат Башаров. В последние годы актер не может похвастаться востребованностью в кино. Связано это со скандалами в личной жизни и с вредными привычками Марата. Актер этого не скрывает, и очевидно, зрители от него отвернулись. Алексей Панин. Ну, туда же объяснять нечего. Алексей не просто потерял свою профессиональную хватку, но и как человек показывает себя не с лучшей стороны. Подписывайтесь на мой профиль, тут много интересного.